чего ты не пришел? Нормально, когда он бушит. Слушай, слушай. Что делать? Да они сейчас расставят. Они расставят, просто. Я был натуралом, они все боялись. Я скрывал свою натуру, типа я стесняюсь. Я не пожал вам руку, потому что гомофобы. Я не пожал вам руку, потому что пальчик в попке. Я не начну диалог с тобой, я пидорас. Да ты чё, блин? Тубзик. Откуда вы это будете? Нет. Вот это себе сделали. Пиздец, вот я проснулся. В городе не работает нихуя ни электричество, ни интернет, ни вода. Мне даже не посрать. Плюс у нас из еды нихуя не осталось, все магазины закрыты. У нас есть остатки чипсов. И все нахуй. Все, больше ничего нет. Даня вызывает пиковую даму, смотрите. Здесь она горячая, захуй. Михаил спрятался в бункере. А мы в открытую сидим. На мужика. Короче, вот мы идем куда-то вообще. Мы прошли нахуй уже с пычком, а? Мы не понимаем, куда мы идем. Вот мы купили кофе. А. Все, мы идем якобы в центр. Мы через три пиздуем. Я не знаю, вообще вот. Это похоже на рядом что-то с центром. Да, нам не посадь, не посрать вообще. Потому что воды нет, света нет. Сидим, блядь, сосем. Короче, вот мы гуляем. Гуляем, мы все воняем говном, также нам не дали помыться. Ну ладно, мы воняем говном, от них тоже уже начинает. Потому что мы с ними идем. Запашок. Идем. Мы идем. What the dog doing? Продолжаем идти. Остановись. Да. Меня обливать хочется. Посними попу. Ладно, ладно, шо. Тащу Олега. Смотри, хочешь вообще обалдеть? А, бля, я буду сейчас пиздануть, ты хочешь? А, не. Ты меня будешь вести. Ты хочешь по лестнице будешь. Короче, прошел второй день Карда. Он Никита выебывает снова. Чё? Не знаю, чё он. Они вчера набухались. И чё теперь? И чё? Ничего, ничего. Короче, сегодня ничего не снимал, потому что мне было впадлу достаточно. Сегодня были лекции от Меренцева и Кузи. Кузи. А еще Нордина. Ну, Нордин, это который про этот рассказал, да. Маркетинговые ходы. Честно, вообще, ну, типа, объективно, он прикольно замотивировал в том вопросе, что типа захотелось снова социальные сети вести. Но по факту он рассказывал, короче, то, что, типа, мы, короче, знаем с того, как мы так делаем, типа, вот проблемы. Вчера я был на карту, блин, такой эмоциональный день, знаешь? А как ты меня учил, знаете, в чем прикол? Ну, короче, вот, сейчас день заканчивается, завтра Сарева, завтра увидимся. Вау, мы поели пиццу. Я не ел. А, стоп! Чикс. Я сидел, моя кутырь мне дали дом свой. Нихуя. Все документировано, бля, пацаны. А, да нет, да нет. Нет. Иду с подписчиком. Ебать. Ебать, тебе как будто хуй. Давай, братан! Нам нужен лютый бэм! Давай, давай!
она любит heavy metal. Встретились 7 летом, я взорвал ракету, но я еще не обедал. Поднял новый левел, всегда буду первым. Каждым новым днем я становлюсь ближе к ней. Она любит heavy metal, глаза красного цвета. Если мы вдвоем, тогда мы курим до рассвета. Детка, дай мне крови и расскажи секрет. Я знаю, что в тебе есть то, чего у них всех нет. Короче, я ничего утром не успел снять. Уже соревнования, как бы, мой выход прошел уже, все. Вон Кирюха, блядь, я не понимаю, зачем он выебывается каждый раз. Ну вот, все, я выступил, у меня ебнула поясницу, просто пиздец, я не могу вставать. И я, блядь, еле иду, типа вот. Я вот так могу передвигаться, в принципе, но могу и вот так, типа. Но мне так больно. Достаточно. Вот такой вот. Бэмс. Чик. Ну, я зато выступил нормально. Типа, я свое выступление, все вроде нормально у меня. Правда, не все, что хотел, сделал. Потому сил не хватило, не рассчитал. Очень холодно, очень, блядь, неудобно, нахуй. Размяться нормально не смог на этом холоде ебучем. То есть, достаточно в кофте вот я иду. Я веду в кофте. Мне, ну, прохладненько. Вот. Всем привет! Сегодня мы были на карте 2022. Мы с Олегом выступили. Хорошо. Олег, выскажись о своем выступлении. Я думаю, все было очень плохо. Я считаю, что я выступил хорошо и показал свой уровень. Я считаю, что я выступил хорошо и показал свой уровень на максимум. Я получил много положительных эмоций. Я хочу отметить наших спонсоров. Молочная станция. По нашему промокоду SVPROVH10 вы можете получить скидку на 10%. А также наших спонсоров. Давайте посмотрим нашего спонсора. Хочу отметить наших спонсоров. Покажи. Big Eat. Ну, по тебе видно. То, что он теперь не Big. Чикс, вот я прошел, значит, на карты, мы играем в карты. В карты. Мы играем в карты. Я всех выиграл сейчас в этот раз. Первый раз из 10 раз. Да. Я переведу сейчас. Найн, 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 найн. Тихо, дайте поставьте. Дайте поставьте. Дайте поставьте. Вот так. Вот так вот. Вот так. Это ебаный рот. 4 вольта у тебя на хуй еще? Вот так. Буду, блядь. И что там еще? Дайте. Все? Да. Короче, вот мы вейкапнулись. Идем покушать до пятерочки. И сегодня мне выступать, но я, скорее всего, проебу сразу. Потому что я, блядь, еле ходить могу. А у меня очень болит поясница. Вот такая вот инфа. Ты успокоишься, внимание твое, это моя утопия. Ты заявляешь, что все будет как было. И в этот момент мою улыбку смыла. Как мне понять, что все это не со мною? Заплатил бы за это двойною ценою. Для другого атлета, кто, по вашему мнению, достоин пройти в следующий тур? Итак, раз, два, три. Максим Рудометов. Это мы с ним просто братья. Потому что No homo, парни. Мы оба проебали Рудометову, и у обоих болит поясница. Защемление седалищного нерва чек. А у меня, походу, еще и анального теперь. О, парикмахерская. Туда он не ходит, ребят. Да, посмотри, бывает парикмахерская, я не знал. Что такое парикмахерская? Я не могу брать, всегда видел плюс, даже если не целился. Потерялся во времени, курю в любом хате, на дом с привидениями. Плевать на мнение, со мной игроки, но не геймеры. Они в клубе с рождения. Снимаюсь.
Нормально трюк выдал. Охуенный вообще. Ой, ногу слабо. Сидай по рукам, это бэнс. Пошли, пошли. Короче, я вообще ничего не снимал, но вчера мы попиздились с наркоманом. Вот, и сейчас я открываю дотикер. Первый раз в жизни пробую. Так. Оп. Вот такой это он. Чувак. Ты что, у меня камера? Короче, я сегодня вообще ничего не снимал, потому что мы сегодня ничего не делали. Только кудри, как всегда, выебывался. Ну, типа, как всегда обычно. Чего? Как всегда выебывался, я говорю. Да? Да. Мы сейчас уже в поезде. Мне сегодня было лень что-то снимать. Хочешь, ты идти нахуй. Да, идите нахуй вообще. Я хочу спать. Короче, вот мы уже едем домой. Миха снова выебывается. Все что-то выебывается. Вот. Все, наконец-то мы уже в Москве. Мы даже... А, ну да, мы из Белгорода уже в Москву. Фикс. Я Он, блядь, взял мой шейкер, насрал в него, блядь, протеином и не помыл. Блядь, я открываю, я вам отвечаю, там будто, блядь, протеиновое говно взорвалось. Где он нормально пахнет, пизди. Там протеином пахнет. Нормально, блядь, выглядело, но там где-то раньше. Ну, бывает, чё. Всё, я ничего не хочу снимать уже, мне лень. Я устал, нахуй, пацаны. Снимать всё это подряд. А, глаза. Всем привет. Я украл у Вани камеру. Сейчас мы идем с вокзала на поезд. Мы посетили Карда. Мы посетили Карда 2022. И сейчас двигаем в Ярославль. Вот. Погода на улице хорошая. Уже не так холодно, как было утром. Вот. Цели на месяц. Выучить 720 и дать Ване в жопу. Вот. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Они the watch, они the bitch. Хочу котлеты размером с кирпич. Летайся, кинет, походу ты здесь. Я делаю дэмбиш, учёный. Gothic trap number one in Russia.